Каждый из нас привык, что горячая вода – это что-то совсем обыденное и доступное. Поэтому, когда ее отключают хотя бы на пару дней, у нас сразу возникает вопрос «почему?». Отвечаем. Это Брестское котельное хозяйство делает свою кропотливую работу. Летом это замена труб. В некоторых случаях полная, а в других – частичная. Тем не менее, несмотря на сложность выполнения работ, горячая вода никогда не пропадает более чем на 10 дней. Сейчас ведется сварка укрупненных узлов. Отопление демонтировано, потому что сейчас оно отключено в межотопительный сезон. Горячая вода пока действует. То есть, как будут готовы укрупненные узлы, будет по возможности максимально оперативно. Отключение воды идет на 5 суток, ну, с перерывом, то есть не более 10 дней, с перерывом на 2 дня, возможно. Но не, отключение единичное, не более 5 суток. С начала работы в межотопительный сезон Брестское котельное хозяйство проложило уже порядка 1,5 километра труб. Всего планируется в этом году около 13 километров. Может показаться мало, но представьте расстояние от Брестской крепости до микрорайона Ковалева по прямой. И тогда станет понятно, насколько это тяжелый труд. В прошлом году, получается, за весь межотопительный сезон мы заменили 12,5 километров тепловых сетей. В этом году уже вот на данный момент уже 1,5. Еще километр в работе. Тем не менее, скорость замены труб с каждым годом растет. Все это благодаря регулярно внедряемым новым технологиям. Но это уже другая тема, о которой мы расскажем вам чуть позже.